отказывается все-таки понимать, Алексей Васильевич. Что это, упрямство? Какой резон? Согласно графику, утвержденному вами же, в воскресенье очередное дежурство капитана Земцова. И я не вижу оснований нарушать его. От человека жена уходит. Уезжает в воскресенье. Это что для вас, не причина? Не причина. Будет дежурить Земцов или не будет дежурить Земцов, она же все равно уедет. И потом, до чего мы докатимся, если служба боевых офицеров будет зависеть от их семейных передряг? Передряг? Изящно выражаетесь, майор. И потом, я же лично просил вас сделать одолжение. Видимо, надо было приказать. Видимо, надо было приказать. Трудный вы человек, майор. Тяжко с вами дело иметь. Иногда не в моготу, ей-богу. Смею вас заверить, товарищ подполковник, что для меня служба с вами тоже не сахар. Папа, на! О, спасибо. Спасибо, мои хорошие. Бегите, бегите. Толь, ну баклажанчики принеси. Хорошо. Привет, Карен. Здорово. Ну что? Уезжает в воскресенье. На рыбалку. А, Олег, дорогой, наш Чолобов из Томину звонил, чтоб тебя заменили. Ни в какую. Земцов утвержден по графику, будет дежурить Земцов. Я бы сам за тебя 30 раз отдежурил. Но нельзя, сам знаешь. Читайте устав, Малаян. О, Чагин. Да, ладно, не переживай, отдежурю. Да ну, обидно, понимаешь. Ничего, ничего. Ну, а тебе, как говорится, ни пуха, ни пера. Для чего там рыбакам желают? Привет. Угу. До вашего прихода дела в отряде шли нормально. А сейчас, с моей точки зрения, коллектив лихорадит. То, что вы называете инициативой, творчеством, мне представляется. Выставлением на показ моей собственной персоны, не правда ли? Совершенно верно. Я был заместителем при трех начальниках, и со всеми у меня складывались нормальные взаимоотношения. Не угодил он, выходит, только Чагин. Должен поставить вас в известность, что мною направлен рапорт на имя начальника управления полковника Камыгина о положении дел в отряде и о наших с вами взаимоотношениях. Могу вас с ним ознакомить. Да нет уж, увольте. Я Земцове изложили. Ну, это всего лишь детали. Кстати, мне никак не понятна эта ваша забота о личном. Правильно, это не понять. Такое надо чувствовать. Вы слышали о таком понятии «чувство»? Слышал, слышал. Но в делах службы руководствуются не чувствами. Впрочем, вам кажется свойственно впутывать чувства в служебные отношения. Потрудитесь объяснить, что вы имеете в виду. Я имею в виду связь начальника с подчиненной. Надеюсь, я достаточно ясно объяснил. Так-так, яснее некуда. Вы это всадили в свой рапорт? В рапорте? Речь идет о сугубо служебных взаимоотношениях. Но если при проверке дело коснется сержанта Крыловой, то я не вправе буду умолчать. Вылезайте. Что? Вылезайте, вылезайте, вы же приехали. Ваш дом. Спасибо. Неужели ты думаешь, он решится? Да ему и решаться не надо. Он же человек инструкции. Думаешь, он будет мучиться вопросом, а если это любовь? Все просто и ясно. Связь начальника с подчиненной. Вот так-то, товарищ подчиненный сержант Крылова Кира. И что же будет? Предметом разбирательства ты не станешь. Вот этого не будет точно. И в ЗАГС мы с тобой не побежим. Словно нашкодили и следы заметаем перед проверкой морального облика. Поцелуй меня. Ты что-нибудь решил? Фирма секретов не раскрывает. А то все начнут делать, как я. Ой, что тогда будет? Игорь, знаешь, когда я тебя в первый раз поцеловала? Это я тебя первый поцеловал? Нет, я...
Вы тогда с Белодольской базы приехали ночью поздно. Ты весь был грязный такой. Я тебе чай в кабинет принесла, смотрю. А ты спишь за столом. И тогда я тебя поцеловала. Вот сюда. И сюда. Ты уже потом, через год только решился. Господи, чего мы столько времени тянули? Все ты. Разница в возрасте. Разница в возрасте. Какая разница, если я все равно в тебя первая влюбилась? Я пойду, Сереж. А то Чагин волнуется, когда я поздно прихожу. Ох уж это твой Чагин. Полиция нравов. Все бы такими были. Я пошла. Пока. Молодой человек, не желаете познакомиться? А вы кто же будете? Полиция нравов. Вы Чагин? Отец Лены? Да вроде бы так. С кем имею честь? Сергей Лукин, слесарь. 6-го разряда. Оклад интересует? Вольно, Сергей Лукин. Девушкам тоже так представляетесь? Не всем. Может, познакомимся поближе? По-моему, есть резон. С удовольствием. Как насчет завтра? Кстати, воскресенье. Идет, только мы с Леной с утра на перевал едем. А вернемся, пожалуйста. Значит, договорились завтра в 7 часов. Заметано. Attends, attends, j'arrive. Подожди, я иду. Qu'est-ce qu'il y a? В чем дело? Tu es venu si tôt? Почему так рано? Attends, подожди минутку. Salut, Robert. Привет, Робер. Quand vous partez, ma... Когда уходите, малыш? Tout de suite. Сейчас. Ничего не поделаешь. Куда? В Роттердам. И мы тоже в Роттердам. Не может быть. Когда вы будете там? Числа 15-го. Дай телефон. Я позвоню. Вот здесь у меня игральные кости, видишь? Кости. Если выпадет больше, чем загадаешь, дам телефон. Жди. Один. Ну, конечно, ты выиграл. Вот. Здесь для тебя сувенир. Лови. Что это было? Что? Я не слышу. Что это было? Костя, вставай. Угу. Костя, вставай. Угу. Так. Ой, мать, ну ты даешь. Куда это вы вырядились? Я с бизнесменами встречаюсь в Рице. Надо соответствовать.
А я вам должен сказать, Анна Степановна, что вы у меня еще ничего себе. Что вы говорите? Не один вы так считаете. Ну что у тебя на столе делается? Повестка второй раз приходит. Сколько можно с паспортом тянуть? Я же тебе говорил, что я хочу твою фамилию взять. А над этим Вялых еще в школе смеялись. Я Головиным хочу быть. Твой отец был очень достойным человеком, Костик. Когда он погиб, тебе еще 10 лет не было. Но ты всем газету показывал с его портретом. Тогда это тебя не волновало. Я очень хочу, чтобы фамилия Вялых продолжалась. Не хватало, чтобы мэр опоздал. Беги. Значит, ты будешь дома, да? Угу. Я тебе позвоню. На первое время тебе рубашек хватит. Олег. Ну почему я чувствую себя такой виноватой? Конечно, ты не виновата, что разлюбила меня. Ну хочешь, я останусь? Хочешь? Только не смотри так. Не надо, Тань. Ты извини, что я не смогу тебя проводить, сама понимаешь. О чем ты говоришь? Ну, присядем на дорожку. Пульт, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что? Никаких происшествий не случилось. Доложите позицию судов. Да, говорите, записываю. Так. На 8-м причале танкер «Гент», Либерия, недогазированный. На сегодня намечены ремонтные работы. Старший лейтенант Бухов дежурство по городу сдал. Товарищ капитан. Виноват, задумался. Капитан Земцов дежурство по городу принял. На смену. Прошу извинить. Ну, счастливо отдохнуть, Боря. Спасибо. Суббота прошла спокойно, без светлячков. Думай, что и у тебя. Надеюсь. Будь здоров. Ну, счастливо. Ой! Между прочим, мышонок, этот поцелуй стоил мне огромной-преогромной форели. Ладно уж, меняю все эти форели на поцелуй. Нет, и то, и другое. Девчонок не разбудили? Да нет, спят. Не беспокоит, сэр? Сначала ухо отстригут, а потом интересуются, не беспокоит ли. Ваша милость стриглась последний раз в розовом детстве. А когда подчиненный встречает начальство, он должен выглядеть, как свежеиспеченный ефрейтор. И вообще вы находитесь в запущенном состоянии. Халат вот ваш в утиль просится. Не придирайтесь, гражданочка. Халат у меня вполне приличный, я к нему привычный. Дорог, как память юных лет. Да. И вообще пора обновить твой гардероб, Чагин. Смотри, в люди выйдешь. Если каждый выйдет в люди, кто тогда работать будет? Готово, сэр. На чаек бы с вас. Бог подаст. О, сигналы подает Сергей Лукин, слесарь 6-го разряда, брюнет, рост 182 см. Однако разведка работает неплохо. Может, вам известно, и куда мы едем? Конечно, на перевал. Однако. Между прочим, мы с Сергеем договорились встретиться здесь у нас после вашей поездки. Вот как? Ну, а почему бы тебе не пригласить и Киру Крылову? Ты знаешь о Кире? Представь себе, сэр Ланселот пожарный. Ну, ты как, пригласишь ее? Она дежурит сегодня. Жаль. Очень бы хотелось познакомиться с будущей мачехой.
дурак, Очагин. Ну ты не сердись. Пока. Привет рабочему классу. Гражданка, я вас не знаю. Ходят тут всякие, пристают, понимаешь ли. Сейчас подойдете и скажете. Ну, поехали. Ну, поехали. Поехали. Надеюсь, это только аванс? Премия. Для премии-то скудновато, Елена Игоревна. Подбросили бы еще немного отщедрот ваших. Бог подаст. Ага. Оп. Между прочим, учтите, на аварии я не настаиваю. Да? Эй, ты куда? Куда это мы едем? Поездка на перевал отменяется. Почему? Вызвали на срочную работу. Но сегодня же воскресенье. Так получилось. Срочный ремонт на иностранном судне. Вот так-то. Ну вот. Ты не сердись, Лен. Позагорай пока. А я часа в 4 тебя заберу. Ладно? Я тебя еще от той тучки приметил. Гляжу, стоит тощая каланча. Стало бы, Чагин? Ну, здравствуй. Здравствуй. А что такой кислый? А с чего мне радоваться? Вы же сюда не купаться приехали. Что это так официально? Кстати, и купаться тоже. Плавки в портфеле. Потому воскресенье прилетел. Не каждый день за казенный счет на море попадешь. А? А уж завтра с Божьей помощью начнем разбор вашей истории. Необходимость разбирательства отпала. То есть? Обязан сообщить, что в область мною подан рапорт об увольнении со службы по семейным обстоятельствам. Ты? Увольняться собрался? Да что ж такое стряслось? Как это понять? Неужели из-за проверки? Рапорт подан, прошу учесть. На время разбирательства прошу отпустить меня в отпуск. У меня и за прошлый год он не использован. Что-то здесь не то. Чагин. Ну что ж, в душу лезть не буду, коли просишь, изволь. Передашь свои обязанности Истомину? Есть. Не ожидал от тебя такого. Честно скажу, не ожидал. Наши уезжают в город. Прекрасный сегодня день. Ребята неплохо повеселятся. Жаль, что мы на вахте. Добрый день. Здрасте. Вялых Константин Петрович. Вялых. Ах, Вялых. Могу войти? Да вы уже вошли. А я и не заметил. Ну что, мы так и будем здесь в прихожей топтаться? Прошу. Не худо живете. Да, стараемся. Ладно, давай знакомиться. Меня зовут Сергей Лукин. Бригадир портовых мастерских. Костя. Очень приятно. Ты ко мне на практику направлен. Так что собирайся. Так сегодня ж выходной. Поступил срочный заказ судна. Нас вызвали чинить клинкеты. Вопросы есть? Вопросы есть. А если я откажусь? Очень омрачишь первые минуты нашего знакомства. К тому же лишишь себя возможности побывать за границей. Это как? Судно иностранное. Ну, тогда я, пожалуй, пойду. Да уж, сделайте одолжение. Только поживее и документы не забудь. Игорь Павлович! Здравствуйте, Игорь Павлович. Приветствую власть имущих. В понедельник универсам открываем. Вы член комиссии. Теперь уже нет, в комиссии будет Истомин. То есть? Ну, с сегодняшнего дня я в отпуске. А завтра о том, что я был пожарным, вообще никто не вспомнит. Как это? Стану человеком сугубо штатским. Вот так новость. А чего это вдруг? Да всякое в жизни бывает, знаете ли. Отстранение подполковника Чагина я вовсе не добивался. Моя забота о другом. Я считаю действия Чагина авантюрными, его отношения с подчиненными излишне либеральными, рассчитанными на поддержание дешевого авторитета. Впрочем, в моем рапорте все это изложено. Какой же вы правильный человек, Истомин. Аж зубы ноют.
Как прикажете понимать ваши слова? Ладно, прошу извинить. Короче говоря, подполковник Чагин сегодняшнего дня в отпуске. Пока не придет решение по сути его рапорта, исполнять его обязанности будете вы. Товарищ полковник, ну я вовсе не собирался... Верю, верю. Дальше посмотрим, что делать. Надеюсь, приказ вам ясен. Слушаюсь. С понедельника начнем разбираться, что к чему. А сегодня у нас... Воскресенье. Воскресенье. Вот, и позвольте мне отдохнуть. С вашего разрешения, так сказать. Безусловно. Что безусловно? Воскресенье или ваше разрешение? Воскресенье, безусловно. Ну, спасибо. Привет. Здорово. Привет. Знакомься. Вот этот здоровый гонтарь, на работу дюже злой. А это Слава Кедрин наш Тихоня. Зачем младенца-то привез? Без него не обойдемся? Разговорчики в строю. Бригада должна быть укомплектована полностью. Пошли. Ага. Поплыли? Поплыли. А чей корабль? Я такого флага вообще не видел. Флаг Либерии. Экипаж сборный, капитан француз, ясно? Ага. Ну, потом поймешь. Ну что, пошли, ребята? Пошли. И помни, что? Территория не наша. За границей, ясно? Пропуска? Ага. Так. Пожалуйста. Проходите. Бонжур. Бонжур. Салют, легас. Здравствуйте. Привет. Ха-ха, салют. Опять к нам. Куда? За мной. Пол Намюр, механисиан шеф. Серж Лукин, лё бригадир. И моя команда. Очень приятно. В таком случае прошу следовать за мной. Вот те раз. Иммигрант, что ли? Дед мой был иммигрант, а я в Бельгии. И родился и врос. Прошу. Серж. Да. Как зовут твоих ребят? Которые повыше, Петя. Петя. Помоложе Слава. Ну, а самый маленький это Костя. Костя. Сюда. Ух ты, глубина. Ничего, ничего. Метров 10, терпи. Что ж, подходящее. Красиво, как в храме Божьем. Жаль, только музыки не хватает. Ремонт клинкетов в аварийном насосном отделении. У вас записано в задании? Так точно. Задание ясно. Разберем и починим. Ну, а ты можешь пока пойти и выпить кофе, если хочешь даже с коньяком. Спасибо, Серж. Я буду тоже, как это, вкалывать. Ну, как хочешь. Можешь и повкалывать. Идемте. Je suis capitaliste. Я oui, капиталист. Je suis là de ce que vous appelez pieuvres industrielles. Да, я из тех, кого вы называете промышленными воротилами и на кого вы рисуете карикатуру в ваших газетах. Но традиции дружбы и торговли между нашими странами очень давние. И моя семья тоже всячески их развивает. Я давно знаю, что у вас замечательные художники и ученые. Какой прекрасный у вас балет, я убедился сам. Но что у вас есть такие очаровательные деловые мэры, с этим я столкнулся впервые. Я поднимаю тост за великолепную госпожу Головину. Спасибо. Спасибо вам за теплые слова, сказанные в мой адрес. Не нужно, Андрей Юрьевич. Moi, je veux dire quelques mots. Nous sommes très heureux que votre délégation ait visité notre pays. Il nous est très agréable que tout ce que vous avez entendu sur notre pays, vous avez vu de vos propres yeux.
быстро все! Что? Что случилось? Эксплозион! Пожар, горим, ребята! Спокуха! За мной! Так, сюда! За мной, за мной! Костя, не отставай! Я здесь! Гондарь, где гондарь? Петя, Петя! Я здесь, я! Шумит! Давай! Давай! Branchez, branchez les pompes! Toutes les pompes! Ça marche! La pompe ne marche pas! Non, pas possible! Il faut brancher les tuyaux de secours! Allez, d'accord! Où est la lance? Attrape! Attrape le tuyau! Ça y est, ça y est! Tu peux brancher les pompes? C'est fait! Scalise! Scalise! Еще немножко! Еще! Живей, живей! Вот дверь! Внимание! Пожар на иностранном танке «Регент», восьмой причал! Повторяю, пожар на иностранном танке «Регент», восьмой причал! Сменным штурмом пожарных катеров! Пожар на иностранном танке «Регент», восьмой причал! Повторяю, пожар на иностранном танке «Регент», восьмой причал! Дежурному УПО. Пожар на иностранном танке «Регент», восьмой причал. Повторяю. Пожар на иностранном танке «Регент», восьмой причал. Съезжай оттуда, Кира. И Стомину сообщи. Машина дежурного по городу к подъезду. Сюда, сюда! Да скорее, Шек! Вперед! А! Сэрс! Больно! Держись! Держись! Не пошло! Ничего! Отходи! Пожарный на странном танке «Регент». Восьмой причал. Выехали дежурный по городу капитан Земцов и майор Истомин. Ну, слава богу. Давай сюда, ребята! Боль, у тебя спина горит! Давай к ним! Прижимай! Прижимай! Спасибо, Саша, большое. Не стой. Сильно обошло, болит? Держи. Опалило. Ну ничего, сейчас смажем. До свадьбы ты живет. Я женат. Для новой свадьбы придется развестись. Держи. Как думаешь, сколько времени уйдет на тушение пожара? 30 минут, не больше. Ты уверен в этом? Да, у нас очень хорошая система контрфайр против пожара. Ну ладно, накинем еще полчаса. Будем готовиться к худшему. Стало быть, нам тут придется отсиживаться на дне. Около часа. Капитан, отказ всей системы тушения. Взрывом перебитые коммуникации. Что будем делать? Пожар будет расти. Надо выводить танкер из порта, но как это сделать без экипажа? Русские помогут. Они объявили тревогу. Дадут буксир. Машины на водоем! Произвести боевое развертывание! Караул на охлаждение, марш! Какова обстановка? Взрыв в малярном отделении. Взорвались носовые танки. Горит нефть. Ясно. Что будем делать? Самое разумное — вывести танкер на рейд. Есть опасность повторных взрывов? Прямая. Центральные танки загазованы. Капитан на судне? Там. Ну что ж, нарушим государственную границу, так сказать. Господин капитан.
В соответствии с установленным порядком, ваш танкер будет выведен на рейд. Да, господин капитан, я уже просил руководство порта прислать буксир. Танкер застрахован, но платить за тушение пожара фирма не будет. Старая корыта. Спросите, команда покинула судно? Экипаж Гидель Петролье? Персона Бер, мы должны верифицировать. От нас на борту для связи остается капитан Земцов. Кто пойдет от моряков? Пойдет представитель. Будет командовать пожарными катерами. Le capitaine est habilité à faire des notes dans le journal du bord. Он спрашивает, капитан Земцов уполномочен делать записи в судовом журнале? Уполномочен. Oui, habilité. А как же? И как это прикажете? Понимать? А? Танкер поволокли в море. Выходит, и про тебя, и про нас забыли. Что они отказались от тушения? Ну, это их дела. Не надо открывать! Там все в огне. Надо искать другой лаз. Если мы отсюда не выберемся, сгорим вместе с танкером. А как это? Танкер выводят на рейд, ждут, пока выгорит нефть. А там уж смотря по ситуации. А что, что значит смотря по ситуации? Только без паники. Надо искать другой выход. Нет, спасибо. Кажется, это мой последний рейс. Через полубак не выйти. Это ясно. Идея! Вентиляционная труба. Она ведь уходит на палубу. Исключается. Во-первых, решетка. Решетку разберем. Не сможем. Да не в этом дело. Подниматься 15 метров по раскаленной трубе. Ты соображаешь? Серж, там. Как-то по-русски. Помдескула. Аварийный насосный отсек. Так, а дальше? Выход форпик. А из форпика есть выход? Есть. Так чего ж мы ждем? Может быть, оттуда удастся выскочить наружу. А ну-ка, ребята, давай попробуем. Но где же проход? Сейчас нащупаем. Сейчас, сейчас. Вот. Там трап. Если люк не закрыт. Пошли. Лафет. Вызываю первого. Первый. Докладывает капитан Земцов. Буксировка проходит нормально. Проверка связи. Прием. Вас понял. Здравствуй. Здравствуй. Ставлю вас в известность, что приказом полковника Камыгина начальником отряда временно назначен я. Мне это известно. Но я пока не нужен. Пойду дам радиограмму в Москву, ЧП все-таки. И умоюсь. Скажу совершенно искренне, я этого не добивался. О чем со всей определенностью заявил полковнику.
по сути моего рапорта. Полно, майор. Сейчас ни время, ни место выяснять отношения. Что касается пожара. Танкер буксируется в море, на борту посторонних нет, сопровождает танкер капитан Земцов. Понял вас. Давай. Вот. Вроде вышли на финишную прямую. Последний рывок. Здесь до красна раскалилась. Туда. Запаяла эта зараза. Ничего не выходит. Дышать здесь нечем. Скажите, пожалуйста, где вы выучили французский язык? В Алжире. Я работала там 3 года. Понятно. Мадам Головина, у вас большая семья? Мы живем вдвоем с сыном. Ему 16 лет. Вы развелись с мужем? Нет, он погиб. Он был летчиком-испытателем. Придется спуститься обратно. Мы тут и жаримся. Как обратно? А вот так обратно. Через иллюминатор не выскочишь. Ну? И на палубу выхода нет. Поль! Это случайно не телефон? Какой же я глупый дурак! Конечно, коммуникацию! Алло! Капитан Марсинел! Капитан Марсинел! Ici Marcinelle. Что это? Je l'entends! Алло! Капитан Марсинел, ici Namur! Здесь Намюр и четверо русских. Алло? Ici Марси... О! Comment j'ai pu oublier ça? L'équipe de réparation est restée à bord! В чем дело, капитан? Откуда эти сигналы? Люди! Люди там! Люди внутри судна? Как это может быть? Вы сказали, судно пусто. Oh, regardez. La commande. Réparation. Oh, mon Dieu! Allô? Allô, allô, ici Marcinelle! Ici Marcinelle! Allô, capitaine Marcinelle! Capitaine Marcinelle! Ici, allô, здесь Намюр и четверо русских! Ici le capitaine Marcinelle! Le capitaine Marcinelle! Allô, je ne vous entends allô, pas! Allô, capitaine Marcinelle! Allô, allô, je ne vous entends pas! Allô! Ici le capitaine Marcinelle! Parlez plus haut! Parlez plus haut! Parlez donc! Je ne vous entends pas! Allô, бесполезно. Allô. Он нас не слышит. Мисс Хор, Геленджик, прекратить буксировку. Стоп! Прекратить буксировку. Первый, первый. Вызываю первый. Срочное сообщение. Я первый. Слушаю вас. Докладывает капитан Земцов. Только что стало известно. В трюме Гента блокировано огнем 4 наших ремонтных рабочих. И механик судна. Срочно требуется аварийная партия для вскрытия двери. Буксировка приостановлена. Как же вы проморгали? Капитан лично доложил, что на танкере никого нет. Погранохрана вас не предупредила? Пограничник был ранен и до моего приезда отправлен в госпиталь. Это правда. Разберемся. Так как? Товарищ подполковник, предоставьте мне возможность действовать. Прошу аварийную партию выбросить десантов на полубак. Аварийную партию высылаю.
Еще пара минут, и нам амба. Так что пошли, братцы, обратно. Хорошо, хоть заметили нас. Буксировку остановили. А толку-то что? Ладно. Быстро вниз. Вопросы есть? Открывай люк. Слава. Что? Опять на самый низ? Да, и побыстрее. Пока огонь туда не спустился. Надо люк задрать, чтобы дым не проник. Сейчас. Товарищ капитан, людей в отсеке не обнаружено, да и не могло быть. Единственный люк запаян жаром. Так. Но сигнал был оттуда. Да. Значит, они опять ушли на самую глубину. Видимо. А туда прорваться уже невозможно? Исключено. Третий. Почему не докладываете о ходе операции? Удалось ли проникнуть вниз? Прием. Все в порядке? В Москву сообщил. Первый, я третий докладываю. Людей обнаружить не удалось. Они могут быть только на самом дне. Проход туда блокирован горящей нефтью. Прорыв аварийной партии невозможен. Прорыв аварийной партии невозможен. Так на борту люди? Да, люди. Третий, прикажите катерам подавить очаги пожара лафетными стволами. После этого высылайте на прорыв аварийную группу еще раз. Отмените свое распоряжение, товарищ майор. Водяными струями нефть не тушит. У вас на катерах достаточно пенообразователя? Нет, катера такого запаса не имеют. Вызовите спецсуда. Тут и оно, что нет их на месте. Учение в Южноморске. Сейчас дам радиограмму. Подождите. Пока они придут, пройдет по меньшей мере часа 4. Люди могут погибнуть. Другого варианта нет. Как мы доставим пенообразователь на танкер? Туда не доставим, это точно. Надо привезти танкер обратно в порт. К береговой системе пенотушения. Что? Притащить? Пожар в порт? Да вы в своем уме? В своем не тревожьтесь. Быстрее верните танкер к причалу. Я согласен, хотя риск, конечно, огромный. Дорога каждая минута, вы обязаны принять решение, майор, немедленно. О возвращении танкера в порт не может быть и речи. В таком случае я принимаю руководство тушением пожара на себя. А по какому праву? Вы отстранены от команды? По праву старшего по должности. Меня от нее никто не освобождал. Вы ведь по части устава ДОКа могли бы не спрашивать о праве. Внимание всем. Вы понимаете, на что вы решаетесь? Ведь в случае чего... В случае чего? Отвечать буду я. Внимание. Я первый. Принимаю руководство тушением пожара на себя. Моим заместителем назначаю начальника пожарного отряда морфлота Чолобова. Начальником штаба майора Истомина. Штабной автобус прибыл. Формируйте штаб. Есть формировать штаб. Вроде в порт повели. Теперь ждать будет веселее. А сколько ждать? Ты чего скис, Константин? А? Да худо мне что-то, тошнит. Это потому, что твоя фамилия Вяло. Перемени ее на свежих или бодрых, когда нас вытащит отсюда. А вытащит? Вытащит. Вытащит. Сообщите председателю горисполкома о четвертом номере. Срочно найдите полковника Камыгина и доставьте в порт. Я могу съездить за Камыгиным. Я его знаю, на конференции познакомлю. Хорошо. Это вам сообщение из порта. К сожалению, я должна вас покинуть. Что-нибудь случилось? Сегодня же воскресенье. Нет ничего серьезного. Просто обязанности мэра. Я не прощаюсь. Мы еще увидимся. Надеюсь. Почему вы приказали вернуть танкер в порт? Ничего не понимаю, ведь вы же отстранены. Впрочем, какое это сейчас имеет значение.
Что за дикая идея, Игорь Павлович? Уж от вас-то я этого не ожидала. Иначе потушить невозможно. Да черт с ним, с этим танкером. Пусть выгорает на рейде. А если загорится порт, рядом город, тысячи людей. А там в трюме всего пятеро. Только разве в таких случаях арифметика уместна? Так значит, в трюме люди? Почему же вы мне сразу не сказали об этом? Я сообщил то, что приказал подполковник Чагин. А, вы не в курсе? Извините. Понятно. Но неужели нет другого выхода? Все на палубу. Быстро. Нам подают буксир, сэр. Может, обойдется, господин капитан? Черт с два обойдется. Еще не было случая, чтобы горящий танкер погасили в порту. Они что, все сумасшедшие тут? Кончится тем, что эта лохань взорвется и разнесет порт к чертовой матери. Уходим. Есть. Как же вы могли прошляпить? Столько времени потеряли. Это целиком моя вина. Вот схема танкера. Отнесите в штаб. Я пойду в разведку. Я пойду с вами. Возьмите двух ствольщиков. Больше не надо. Плотнее, Поль, плотнее, давай. Так. Нас вовремя предупредили, что в трюме люди, то они уже давно были бы дома. А сейчас огонь не только на палубе, но и глубоко внизу. Ясно. Только этого нам не хватало. Да, теперь все усложнилось. Так. Представляю, каково этим ребятам. А что за ребята? Да. Сколько у меня времени для эвакуации населения из опасной зоны? Вот что. Огонь надо отсечь вот здесь, ясно? Ясно. Действуй. Я второй. Пожар на Генте приобретает угрожающий. Как поняли, прием. Не понял, прием. Повторяю, возможно, понадобятся дополнительные силы. Прием. Понял вас. Я спрашиваю, сколько у меня времени? Я полагаю, час-полтора, не больше. А что может произойти через час? Что может произойти? Да взорвется эта старая корыта! Вот что может произойти! И ребят мы тогда не спасем! Возьмите себя в руки, майор. Для вас сейчас самое главное – выдержка. Прошу извинить. А я эвакуирую детсады. Хорошо. Ребята сидят на самом дне. 15 метров глубины, повсюду огонь. Будем тушить ярус за ярусом. Придется залить пеной почти весь трюм. Пенообразователя у нас достаточно, но резерв, я убежден, нам надо иметь тройной.
Надо доставить на причал как можно быстрее на случай взрыва порту дополнительные цистерны. Пенообразователь. Сильный ветер. Брать только из резервов. За это время надо не дать огню распространиться дальше. Атака должна быть массированной, иначе эффекта не будет. Я думаю, можно вызвать пожарную часть из Белодольска. И выгребайте все, что есть в городе. Принято. Резервы у сельхозтехники. Вас эта часть понял, действуйте. Есть? Немедленно посылайте туда машины. Сегодня воскресенье. Будем действовать по обстоятельствам. Случай исключительный. Сейчас главное локализовать огонь и подготовить пенную атаку. Но это потребуется не менее часа. Добро. Сверим часы. Через час боевым участкам доложите о готовности. Принято. Я пошел на судно. Внимание! В связи с пожаром в порту, территория морского вокзала и прилегающих к порту районов объявляется временно закрытой. Внимание! В связи с пожаром в порту, территория морского вокзала и прилегающих к порту районов объявляется временно закрытой. Что? Перекрывать? Ребят, да вы что? Меня не знаете, я же Малаян. Так это же Гарханян, не положено. Что за дикий вид, Малаян? Так это из ваших, а мы думали хулиган. Из наших, из наших. Ну и дисциплинка у вас в отряде. Одевайтесь. Отправитесь в сельхозтехнику за пенообразователем, и чтобы как можно быстрее цистерны были здесь. Разрешите на боевой участок. Выполняйте приказания. Вот так. Пора бы прекратить эти косые взгляды. Стыдно, капитан. Вам приказываю доставить с базы сельхозавиации пенообразователь. Задание понятно? Есть. Отсекайте огонь от загазованных танков, иначе возможны повторные взрывы. Послушайте, дорога, каждая секунда. Почему склад не открыт? Как это называется? Немедленно открывайте. А вот этого я не могу сделать. То есть как-то не можете? Здесь же электронная система. Чтобы открыть, надо знать код. Так наберите код, какого черта ждете? А код я не знаю, не положено нам. Ничего не понимаю. Все просто. Знаете код, набираете, открываете. Так. Да не мешайте. Это бесполезно, товарищ капитан. Миллион комбинаций. Ершов, вылезай из машины. Вылезай, тебе говорят. Все из машины. Что вы делаете? Товарищ капитан! Завтра отвечу. Да. Вы ко мне? Разрешите обратиться, товарищ полковник. Да ладно вам, вольно, вольно. Мне что, тоже прикажете в таком виде вам честь отдавать? Что случилось? В порту пожар. Четвертый номер. Внимание, опасность! Ветер усиливается! Ветер раздувает пламя! Я на борт! Останешься за меня! Хорошо! На стоянку! На стоянку! Анна Степановна! Анна Степановна! Что случилось-то? Быстро и без паники. Подготовьте лагерь для эвакуации в автобусах. В порту пожар. Угроза взрыва. Ничего не понимаю. Скорее, скорее, потом поймете. Ребята, есть предложение все вместе отправиться на экскурсию в горы. Согласны?
что же мы здесь? Зажариться должны, как бычки в консервах. Кончай, Петя. Героя из себя строишь. А я вот не герой. Сюда не герои, а ремонтики требовались. И подыхать я здесь не хочу. Где же ваша хваленая контрфайр? Страховку свою получить хотите? Паразиты. Побереги силы, Петр. И не кричи. И так воздуха мало. Еще стриж, иммигрантское отродье. Я тебе сейчас так сострю. А ну прекрати. Все нормально, Поль? Да, моего деда увезли в Бельгию ребенком. А мой отец погиб во время войны в концлагере. Он был в сопротивлении. Ветер относит пламя к загазованным танкам! Угроза взрыва! Угроза взрыва! Госпиталь, быстро! Пенообразователь доставлен. Разрешите на боевой участок, товарищ майор. Разрешаю. Есть. Первый. Колонна с нефтебазы на месте. Ну почему такая спешка? Они только что заснули. Это же малыши, да поймите же вы. У нас на сборы целый час уйдет. Детсад в опасной зоне. Я вам приказываю эвакуировать детей. Расприказываю. Чужих не жалко. А свои-то дети есть у нее. Были тише. Так. Ишь, раскудахтались. А ну, живо! Не забудьте еду в термосах. Ну что, лучше? Ага. Терпи, терпи. Товарищ полковник, боевые действия ведутся по оперативному плану. Словно устроили мероприятие специально для меня. Где Чагин? На борту, товарищ полковник. А почему командует он, а не вы? Принял руководство, как старший по должности. Так, ну это мы выясним. Как идет подготовка к атаке? Пока все идет по графику. Ждем Белодольскую колонну, и наши цистерны тоже на подходе. Говорят, танкер горит в городе. Где? Да? Далеко отсюда? Километров 2. Ой. Второй! Второй! Почему не докладываете о подготовке к пенной атаке? Время поджимает! Я второй, докладываю. Белодольская колонна радировала, что она на подходе к городу. Кроме того, мы получили... Меня не интересуют ваши подробности! Вы видите, как ветер сносит огонь? Лава движется к корме! Там баки топливные! Столько горючего! Вы понимаете, чем это грозит или нет? Игорь! Вы что здесь делаете? Видите, я... Уходите быстро с танкера! Товарищ полковник, у вас лицо обожжено. Разрешите я... Уходите, или я прикажу вывести вас! Дурак ты! Между прочим, я все Камыгину сказала про нас, и про твой дурацкий рапорт тоже. И он тоже говорит, что ты дурак. Что? Михеев! Убери барышню с палубы! Я второй. Я 130-й, Белодольская колонна. Скоро будем у вас. Прием. Принято.
пить хочется. А я с пацанами сегодня в кино должен был пойти. На Буратино. На 5:30. Вчера билеты взял. Сколько их у тебя? Ребят-то? Двое. Одному 4, другому 6. А это мои. Вот это да. Петя. Петя. Как ты их различаешь? По характерам. Левый такой же горластый, как и ты, Петя. Ты его воспитываешь так же, как и меня? Ладно уж, извини. Да чего уж там, бывает. Ну и ладушки. Правильно говорят, что разрядке напряженности нет альтернативы. Однако, что делать-то будем? Это что еще за новости? Сейчас посмотрю. Борт! Борт прорвало! Вода заливает судно! Вы видите, танкер хренится! Только этого нам не хватало! Вон там. А если это пробоина? А чего такой крен, Серега? Как думаешь? Черт его знает. Или много воды влили на ту сторону. Или взрывом борт распорола. Это худо, братцы. Им же теперь трудно будет тушить. Да. При таком крене может потечь горючее из топливных танков. Нужен новый заслон огню. Через 20 минут прибудет Белодольская колонна, товарищ полковник. Смотри-ка, ничего. Эй, малыш, куда путь держишь? Поехали вместе с нами, а? Ну давай! Давай с нами! Ну, гордый и говорить не хочет. Гордый, да, говоришь? Давай. Ты подумай, что делает. Гордый, говоришь. Гордый, говоришь. Ну ты подумай только, что натворил, мерзавец. Надо же, а? Вызовите по рации скорую помощь. Давай в объезд через горы. Будем прорываться там. Марш! Сейчас начать атаку. Пена сольется за борт. Пожар потушить будет невозможно. Как там ребята в трюме? Живы ли? Столько всего случилось. Надо бы разведать, Игорь Павлович. Для этого, я считаю, надо рисковать. Прикажите двум ствольщикам направить воду на вентилятор, пусть охладят. При чем тут вентилятор? Ты о чем? Вон, видите, выход из вентиляционной трубы. Она под полубак воздух подает. Помните по схеме? Ну и что? Я маленький, попробую туда пролезть. Надо же узнать. Это очень опасно, Олег. Наша служба вообще вредна для здоровья. Пожарная охрана. Алло, капитан Зинцова, можно к телефону? Капитан Зинцов на объекте. Что-нибудь передать? Передайте ему, пожалуйста, что его дома ждет жена. Хорошо. Аккуратней.
Костя, как это у вас говорится? Не дрейфи! У нас это говорится не дрейф. Продержаться бы. Как там у вас, Чагин? Что предпринимаете? Попробуем проникнуть в трюм к ребятам, узнать, как они там. Пойдет капитан Семцов. А как же он проникнет туда? Через вентиляционную трубу. Что Земцов, что Чагин, оба ненормальные. Кто-то спускается. Не может быть. Точно, слышишь? Эй, парни, вы живы? Привет! Ты кто? Пришелец, инопланетянин. Ну вот что, парни, терпели столько времени, потерпите еще немного. Скоро начнем пенную атаку. Ну, пока я пошел наверх. Слушай, пришелец, тут у нас мальчишка совсем плох. Видишь, задыхается. Надо бы побыстрее. Мы это выдержим. Плохо говоришь. Скажи там, затопляет нас. Держите, хлопчики. Ну пока. До встречи. Скоро будем здесь. Аварийную группу на катер с правого борта! Для спасения капитана Семцова! Для спасения капитана Семцова! Товарищ полковник, разрешите мне? Давай, майор, давай. Первый! Они живы, первый, но их затопляет. Одному плохо, мальчику. Их затопляет. Есть только полчаса, а то их затопит. Первый, они живы. Затопляет. Лишь полчаса. Вы меня слышите? Они живы, слышите? Слышите? Да. Обоих быстро! На что решаете, Чагин? Сильный крен, товарищ полковник! Передайте второму вызвать минеров-подводников! Будем взрывать борт! Попробуем выправить крен! А не взорвутся топливные танки! Надо рисковать! Другого выхода нет! Я второй понял вас! Уже послали за минерами! Я 130-й, Белодольская колонна! Подъезжаем к городу! А вы куда, гражданочка? Нельзя, не положено. Понимаете? Не положено. Вот пожар потушим, не положено. Знать. Ну нельзя. Там, ну, там понимаете, человек... нельзя. Ну не положено. Там человек... Внимание! Всем покинуть причал! Отойти от танкера! Технику отвести на безопасное расстояние! Внимание всем! Покинуть причал! Отойти от танкера! Технику отвести на безопасное расстояние!
через пробоину в борту, там в трюме заливает ребят. Вода прибывает, времени нет. Огонь приближается к топливным танкам. Если взорвутся топливные танки, снесет половину порта. Будем взрывать днище под водой. Это единственная возможность остановить крен. Иначе потушить пожар невозможно. В нашем распоряжении полчаса. Сколько времени потребуется на минирование? Успеем. Действуйте. Готово. На каком расстоянии действует импульс? 150 метров. Так, значит, буду работать отсюда. Опасно. Будем надеяться. Bonne chance. Если взорвутся топливные танки, его в клочья разнесет. Только бы успел. Неужели рванет? Только бы успел, елки-моталки. Успеет, товарищ полковник, успеет. Вы знаете, он даже в спортлото. И то всегда выигрывает. Да. Технику на причал. Приготовиться к пенной атаке. Значит, сделаем так. Придадим аварийной партии пенные стволы, чтобы там в упор тушить пламя. Товарищ подполковник, разрешите подготовиться. Давай, Карен, действуй. Вода прибывает. Продержимся. Начали! Привет.
Костя! Стойте! Мама. Костя, Велик, ты живой, ты живой, ты живой, мой хороший. Мой родной, плачь. Мой хороший. Видишь, все живы, все в порядке. Не надо. Не надо, мама. Жень. Не Костя, надо. Мой родной, мой хороший, ты живой. Жень, Костя, осторожно, 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 осторожно. Успокойтесь, Анна Степановна. Ну, все хорошо. Так там был ее сын? Да. Подумать только, ну и женщина. Угроза взрывов и распространения пожара миновала. 8, 17 и 20 частям отбой! Отбыть подразделение! 16-й части оставаться для дежурства на месте! Так, машину, машину, пожалуйста. Спасибо, я сам. Сережа! Сереженька! Сереженька! Сережа! Ну, вот видишь, я же обещал. Вот. Ровно 4, как и договорились. Thank you.